Еще несколько дней назад на этом месте стоял контейнер для сбора ртуть содержащих ламп. Пропажу оранжевых боксов за последние две недели обнаружили жильцы домов сразу нескольких районов города. По словам чиновников, демонтаж было решено произвести в первую очередь для удобства и безопасности самих горожан. А такой способ объясняется отсутствием договора с какой-либо обслуживающей организацией. Если это спецпредприятие, то они могут это на месте проводить, вот, извлечение этих ртуть содержащих ламп. Но так как его нету, ЖКХ, как выйти из ситуации, они вывозят эти контейнеры целиком, потом на безопасной территории их извлекают ртуть содержащие лампы, потом возвращают на место. Стоит отметить, что шумиха вокруг контейнеров для ртуть содержащих ламп разгорелась в начале прошлого месяца. Горожане сразу нескольких домов начали бить тревогу из-за переполненных спецконтейнеров. Даже площадки возле некоторых из боксов были завалены опасными светильниками. Кому-то удалось заснять, как проблему переполненных контейнеров решили, так сказать, на местах. Несут деда. Лампочки бьют. Тогда в отделе ЖКХ говорили, что о проблеме знают, но сделать ничего не могут. Попросту нет средств, чтобы заключить договоры с обслуживающими организациями на вывоз опасных светильников. Как выясняется, с тех пор ситуация не изменилась. На сегодняшний день акимат города Кустанай, в частности, это отдел ЖКХ, они уже решают вопрос по их обслуживанию. То есть в ближайшее время будет заключен договор на их обслуживание. Правда, точных сроков сегодня никто назвать не может. Решение о выделении средств должно быть вынесено на сессии городского маслихата. Хамзан Рупиисов, Андрей Деминок, РТН.